Всем привет, с вами Серлат. Продолжение прождения по стражам Слингит. И начинаем наш матч против Малерки в гостях. Ибрагим Балде, Балде. Как же ты меня вымораживаешь? Продавать нужно этого игрока в какой-нибудь клуб похуже. Как Депортиво, например. Да. И купить кого-нибудь нормально заработанные деньги. Что потому что нам нужно. Мой номер, кстати, вроде бы, кстати, не на... Судья. Да, мне вышло ничего. Ну, неудивительно. Я просто попробовал, смогу ли я попасть нормально в створ. Хватит ли силёнок, так сказать. Почему я ему отдал, если ходил вперед, ну ладно. Гол. Я даже уже радоваться почему-то не хочу после проигрыша из-за балды и вратаря. Не знаю, если бы он забил, то игра точно пошла бы по-другому, но возможно бы тогда выиграли. Если бы он забил тогда. Был бы я тренером. Было бы хорошо. И судья какой-то в этом матче меня вообще не радует. Ужас просто. Так, ребята, пенальти. Капитан наш нарушает. Получает желтую карточку. И сейчас будем надеяться, что наш вратарь не подведет. Я, по крайней мере, очень это надеюсь. Мне кажется, пробьет в левый угол. К сожалению, наш вратарь не угадал. Ну, очень сложно было отбить такой мяч. Потому что он был хорош. Давай сюда. Пасуй. И кому мой игрок пасует, если я тел назад? Чтобы разбежаться нормально. Не, игра совершенно не идет. У команды нужно уходить, короче, из нее. Да что вы творите, ребята? Так, отлично. Нет. Из-под ноги выбивает на вал, точнее. Защитник. Я сейчас забью, я все уверен. А если я все уверен, то я обязан забивать. Уже счет 1-2. Я очень зол. И на тренера, который выпускает плохих игроков. Ну хотя бы меня не убирает. И то что-то. И зол на некоторых игроков еще. Ну и на своего, который отдает плохие пасы. Обычно. Точнее, не тем, кому я хочу. Чаще всего. Что-то как-то часто бегаю. Нужно успокоиться. Хотя будет еще 2 недели, чтобы отдохнуть. Ого. Ромка было слышно все-таки. Как... Зачем ты нагнулся-то хоть? Ромка была слышна, как он ударил по мячу, отдав пас на шагу. Так, давайте, давай. Ну давай, хватит там побыстрее выбивать, мало ли, что может случиться. Ну. Давай тогда пробегай. Да, глупая потеря. И свисток. К счастью, мы побеждаем. Но опять же, меня это... Ну, вообще никак не радует. Да еще и мой игрок творит какую-то ерунду.
Да. Совершенно разучился игрок играть. Я ему владение мячом прокачал. Вообще, купил улучшение в магазине, но все равно не хочет он нормально с ним работать. Игра подлагнула. Что за бред творится? Да. Если, похоже, если я злой и расстроенный, то мой компьютер еще дает лагать. Да, это как-то странно. Ну, довольно-таки необычно. Так что, все имеет свои плюсы и минусы. Отлично, сейчас, может быть, контратака просто замечательная. Главное, давай. Пасуй, если что. Зачем ты остановился? Кому ты вообще даешь пас? Зачем ему именно? Да, балда такой балда. Давай. Я тут. Дай лучше мне. Ну и что это? Ну, сейчас ему хоть опять же побеждаем, поэтому не буду кричать на игроков. Так, давай пасуй. Вот дайте пас. Я хочу пробежаться. Ребята. Спасибо. Аж скучно, если честно. 4-2. 4-3-2. Давайте, ребята, хоть что-то сделайте полезное. Ну, мне же всю работу надо сделать. Ну, конечно, к 7-му номеру это не относится. 7-й номер, если честно, Шевченко напоминает. Хотя, возможно, он мне напоминает Шевченко из-за того, что у него 7-й номер. Просто он хороший игрок. Почему бы хорошему игроку 7-м номером напоминать Шевченко, правда ли? Да что ж с тобой творится, игра? Да. Нужно компьютер в ремонт относить. В последнее время он часто лагает. Ну, нет все времени из-за учебы. Поэтому приходится жить так. Давай, пасуй. Спасибо. Да, ну ладно. Хотя пасану. Ну все, я в защиту бегу. Пожалуй. Да не, можно не бежать. Потому что все стоп. Победа. В гостях. Я лучший игрок матча. 8-0. Все голы мои. По-быстрому пропущу лучше. Снова бутсы, которые мне совершенно не нужны. Потому что у меня самые лучшие бутсы в игре, я думаю. Лично для меня. Потому что мне нужна скорость. Но когда я уже буду повышать уровень сложности, то я буду качать чисто защиту. А скорость уберу полностью. Меня вызывают в сборную, это понятно. Да хорошо, хорошо. Я знаю, кого лезть, хорошо. Так, у меня точно... О, скорость дриблинга увеличилась. Ничего себе. Это хорошо, она мне пригодится. Матч с Реалом еще будет. Да. Пропускаем это все. А на этом все. Увидимся.